Господь. Благодарю Тебя, Господь, что я спасен по благодати. Благодарю за Твою благость. Благодарю, Иисус, что я могу эту благодать не заслуживать. Благодарю Тебя за Твою дочь и Слово. Слово Твое, которое исцеляет, которое увещевает, которое освобождает, которое назидает, которое укрепляет, которое наставляет. Слава Тебе за Твою Божью истину, за Твое Слово, за Твою вечную жертву Иисуса Христа. Благословляем Тебя, Иисус. Благословляем Тебя, Иисус! Благословляем Тебя, Господь! Мы благословляем Тебя, Дух Святой! Мы благословляем Тебя, Отец! Благословляем на Твоей Святой земле и на такой путь! Yeah.
Господь, что Ты хранишь нас, десница Бога. Господи, слава Тебе.
забыть, кто мы, Господь, потому что мы уже в Тебе, Господь, Твои дети. Как Иисус с Тобой, Господь, одно, так мы хотим быть с Тобой одно. Чтобы мы умерли для своих желаний, Господь, для своей плоти, Господь, для своих мыслей, Господь, чтобы Твои мысли были в нас. Твои желания мы исполнили на этой земле, Господь, чтобы огонь Твой уже разгорелся в наших сердцах. Твоя жажда, чтобы мы, как невеста, приготовили себя, чтобы оделись, Господь, Твой сон, весь сон Твой чистый, святость святых Твоих, Господь, мы отделенного Тебя. Господь, Ты царство в нас, в наших разумах, в наших мыслях, желаниях, делах. Господи, спасибо Тебе, Господь, мы Твои, Господь, Твои дети. Спасибо, Господь, что Ты взыскал нас в этом мире, а мы очистил, оправдал, Господь, мы Твоей праведности оправданы, Господь. Иисус, спасибо Тебе, помоги нам. Помоги нам сохранить верность до конца. Помоги нам пройти наш жизненный путь. Помоги умножить таланты, Господь, чтобы каждый признал, пришел к Тебе с большим снопом, Господь. Спасенных душ, Господь, помоги нам достигать сердец. Излей благодать свою Духа Святого. Наполни нас этой способностью достигать сердца людей, чтобы они открывались, Господь. Ты, Господь, благословляй каждого, с кем мы общаемся. Господи, дай им желание, Господь, познать Тебя и принять Тебя как своего Господа Спасителя. Взрасти, чтобы никакая душа не была потеряна. Господи, чтобы каждый возрос в Духе и в истине. Мы благословляем это служение, Господь. Это пребывание в Слове Твоем. Благослови всех, кто сегодня будет вещать, Господь. Кто будет свидетельствовать, Господь, каждого из нас. Наших братьев, сестер, которых нет с нами. Мы благословляем. Пусть Твоя благодать, она и зальется на них, Господь. Пусть они жаждут быть с нами в единстве, Господь. Чтобы моим сердцем, Господь, возрастали в Тебе, поклонялись и прославляли Тебя и желали исполнить волю Твою 100%, Господь. Потому что она благая, она угодная, совершенная. Господь, спасибо Тебе, мы жаждем Тебя. Мы жаждем еще больше Тебя, Господь. Еще больше нырять в Твои глубины. Господь, еще больше знать Тебя, еще ближе, Господь, чтобы каждый, Господь, уделял время общения с Тобой, личного общения с Тобой, Господи, чтобы не отдавал этого времени в суету, Господь, чтобы не жертвовал, Господь, чтобы дьявол не воровал, Господь. Мы благословляем, Господь, нашу жизнь на этой земле, Господь, чтобы прошла во славу Твою, Господь. Господи, двигайся в нас, Ты, Господь, сейчас здесь. Царствуй и проводи сам это служение, Господь. Мы хотим быть послушными Твоими детьми. Ты наш учитель, Ты наставник, Ты наш Господь и Царь. Слава Тебе, спасибо за все. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе. Спасибо, Иисус, что Ты двигаешься среди народа, словословия народа Твоего. Среди словословия народа Твоего, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты верный всегда, Господь. Ты приходишь, несмотря ни на какие обстоятельства. Ты ставишь это на первое место, приходить к Твоим детям. И мы молимся о том, чтобы нам, детям Твоим, ставить Тебя на первое место. Оставлять все, все заботы этого мира. Оставлять эти болезни, которые Ты уже все исцелил. Только нужно принять. Я молюсь о том, чтобы мы ставили Тебя на первое место. Чтобы был приоритет. Приоритет хождения с Тобой, пребывания с Тобой. Все подождет. Все подождет. И семьи подождут. И сыновья, и дочери подождут, и внуки, и правнуки подождут.
и заботы этого мира подождут. Все подождет. Только Господь устал ждать, когда мы беспрекословно по желанию его сердца будем приходить и ставить это нашего царя на первое место. Твой приоритет, Господь, воссядь на троне наших сердец, Господь. Воссядь на троне наших сердец. Покажи приоритет. Приоритет, что важнее в этом мире. Серебро ли? Финансы ли? Как Иисус сказал, вот моя матерь и мои братья и сестры. Кому это он сказал? Ученикам. Ученикам. Говорит, тот, кто проповедует, тот, кто несет мое слово Божие, то исповедует мое слово Божие, тот, кто здесь, сейчас со мной, вот моя матерь, братья и сестры. Вот это и есть приоритет. Господь, я молюсь о том, чтобы это было открыто. Это было открыто людям, Господь. Чтобы не уходило твое первенство, не уходило на задний план, Господь. Во имя Иисуса Христа. Чтобы это первенство, оно всегда было в твоих руках, Господь. Ты царь царей, ты Бог богов, и нет себе подобного. Ты сотворил все словом, Господь, все словом, Господь. И пускай слово твоих детей будет «да» и никогда «нет», чтоб тебе никто никогда не сказал «нет», Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Спасибо тебе, Иисус. Друзья, я вас приветствую. Всех, кого не видела, кого не обнимала, можете подойти, я обниму. Если мы при встрече не обнялись, не пообнимались, не поулыбались, не поприветствовались, можете подойти, я обниму вас. Я не буду с микрофоном к вам подходить, но вы можете ко мне подойти. Можно подойти. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.